Всем доброго времени суток, с вами я, Акирита. Сегодня у нас на обзоре аниме «Причины любить ее». Итак, начнем. Главного героя зовут Юань, а фамилию я не выговариваю, поэтому достаточно имени. Юань поступает в университет, чтобы учиться вместе с девушкой, в которой тайно влюблен уже много лет. Он съехал от родителей и поселился недалеко от университета. Тоже мог знать, что в этот же дом, где поселился Юань, поселилась бывшая суперпевица по имени Ли Шия. Она никогда не имела друзей, поэтому сдружилась с Юань. Но дальше я бы это уже дружбой не назвал бы. Главный герой Юань уже давно не виделся с девушкой Цуй Жони, в которой я ранее говорил, он влюблен. В общем, парень попадает в настоящий вихрь любовных переплетений с красотками. У них очень веселая, юморная жизнь. Аниме еще выходит. На данный момент вышло только 12 эпизодов, а общее количество 22 эпизода. Серия выходит каждый четверг. В общем, не хочу спойлерить, посмотрите сами. На этом все. Пожалуйста, не следите строго. Это только мой второй обзор. Напишите свои предложения, мои ошибки. Я все это попытаюсь исправить в будущем. Буду рад, если вы подпишетесь и поставите лайк. Спасибо за просмотр.